Русская народная сказка «Лиса и журавль». Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля и пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу». Пришел журавль на званый пир. А лиса наварила манной каши, размазала по тарелке, подала и почует. «Покушай, голубчик, куманек, сама стряпала». Журавль стук носом по тарелке, стучал, ничего не попадает. А лисица лижет кашу, так всю сама и съела. Кашу съела и говорит: «Ой, не обессудь, куманек, больше почивать нечем». Журавль ей отвечает: «Спасибо тебе, кума, и на этом. Приходи ко мне в гости». На другой день приходит лиса к журавлю. Он приготовил окрошку, налил в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка, кушай, право, больше почивать нечем». Лиса начала вертеться около кувшина. И так зайдет, и этак зайдет, и лизнет его, и понюхает. Никак достать-то не может. Не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел. «Ну, не обессудь, кума, больше угощать нечем». Взяла лису досада. Думала, что наестся на целую неделю. А домой-то пошла, не солоно нахлебавшись. Как аукнется, так и откликнется. С тех пор дружбы у журавля с лисой и нет. Если ты решил друга в гости пригласить, сделай все, чтобы человеку было комфортно в твоем доме. И про себя не забывай, и про предпочтение друга помни. И это не только еды касается, ведь иначе может получиться, как в сказке. Придет вашей дружбе конец.